В поселке Усть-Мая полным ходом идет строительство новой школы. Просторная и современная, рассчитанная на 400 учеников, она распахнет свои двери уже 1 сентября этого года. Тему продолжат наши корреспонденты. Самое высокое в поселке трехэтажное здание школы уже радует глаз своими яркими красками. Как рассказывает строитель, материал поступил полностью, параллельно идет благоустройство территории. Ну, надеемся, сегодня работы ведутся по всем направлениям. Значит, не только идет строительство самого объекта, прилегающей территории, то есть благоустройство полностью территории по периметру в целом. И, конечно же, сегодня ведем работу с Министерством образования, Министерством строительства в части приобретения оборудования, мебели, автотранспорта. Все необходимое для открытия Усть-Майской средней школы. Контроль за качеством строительства ведется постоянно, с нулевого цикла. На днях на строительстве побывали депутаты Элтумен Александр Корякин и Алексей Филиппов. Такая большая школа, это первая в Усть-Майском районе. Конечно, есть большое желание, чтобы школа соответствовала всем требованиям, была укомплектована полностью всеми необходимыми вещами для полного обучения. Традиционная программа нашей республики сегодня, она не такая большая, поэтому объект, который сегодня строится за бюджетные деньги, он, во-первых, должен отвечать качеству. Наконец-то исполняется мечта усть-майцев, ведь сегодня усть-майским детям приходится учиться в две смены в старом здании начальной школы. Елена Александрова, Тимур Канаев, Роман Александров, НВК Саха, Усть-Майский район.